А правда, нахрена тут все обделали пластиком? Почему нельзя было взорвать корабль, не знаю. Раз атака террористов. Даже старый лифт. Но здесь гораздо все темнее. Наверняка двери другие новые тут открыты. Так, а здесь мы впервые свой плазменный резак получили. Так. Так, верстачок. Надо впаять куда-нибудь. А, мой друг, верстак, что тут у нас есть у тебя? Объем. Объем. Так. Объем. Так, вот это можно качнуть. Уж до конца. Плазменный. Экстазис. Длительность. Почему нет? Можно. Но хотя не будем. Можно X качнуть. Ущерб. Увеличивает урон протыкания кинезисом. А, ну это нам не надо. Здоровье у нас вон как далеко. Не, нафиг. Давайте плазму докачаем уже. Так, что взять? Объем или скорострел? Давайте возьмем скорострел. Все, качнули так качнули. И надо какую-нибудь пушечку прикупить. Блин, там все-таки кто-то есть. Слышите звуки? Все впереди у нас, друзья. Весь сок впереди. Нормально, там в машинном отделении, в принципе, это безопасно, я думаю. Но вот на пути к машинному отделению может быть заварушка. Откуда здесь вообще свет еще идет? Непонятно. О, как замуровали, а? Так, ну тут вентиляции вроде бы нету, заклеены все, так что тут ниоткуда, в принципе, не должна не вылазить. Блин, в тот раз, когда бочка такая выкатилась, там был некроморф, а сейчас никого нет. Ладно, не будем бояться. 600. Так, это тоже место, я помню. Там двери открыты, но не знаете, вроде закрыты. Так, вот тут что-то у нас. Тут тоже ничего. О! Подсвечивается, видите как. Рекомендую сохраняться. Контрольной точки, конечно же, никто нет, но для большей точности. Блин, ну... Фу, да нет, все нормально, что ты. Ну правильно, валяй отсюда нафиг вообще. Значок первой части. Че у нас сейчас было, стайс что ли восстановился? Так, а че это у нас? Че это у нас тут, а? Че так места много? Че там скребется вообще? Видите, тут все обклеили. А это место мы помним вроде бы.
Некроморфы шепчут нам что-то на ухо. Так, я знаю, что тут будет. Тут будет полная задница, по-моему. Тут уже, видите, все, их с руками оторвали, тех, кто... Обклеивал. Так, тут должен быть... Здоровичок. О! Свети мне путь. Блин! Сука, хрена. Дверь открой. Сейчас прицелимся. Фу, хорошо, что дверь открыта. Как меня дернуло даже, слегка, честно говоря. Так, надо маленькую именно использовать. Так, стазис мы сколько раз использовали? Сколько у нас стазиса? Офигеть, дофигища еще. Тавтология получилась. Хорошо, что я стазис... Ой, этот прокачал. Или резак. Он у нас просто бомба сейчас. А можно ему, кстати, вот этим мочить. Альтернативным огнем. Куда нам, сука, стазисы пихают? Я не верю, что нам дадут просто дойти до туда. Нам туда же, да? О, вот это наша тема. О, стайс восстановился. Ну-ка, давай, свети туда дальше. Ой, что-то я тут все так темно сделал. Твою дивизию. Опять что ли этот? Ха-ха! Слабак! Бля, ну что произошло? Почему ты не стреляешь? Микроморф из первой части. А у меня пила! Че она сказала нам, что они лезут на корабль? К ней, что ли? К Келли? Стазис до хрена. О! Алмазный! Офигеть! Это что за... Так, и не понял. У нас что, тут патрон нету? Надо вот этого кинуть. А как уровень сложности поменять? Во, в следующий раз так сделаем. Теперь ни хрена не видно. Блин, это эти, я думал, опять здоровый бежит.
Это что еще такое было? Офигеть нам дают с них. Нормально, я считаю. Больше, чем нормально. Фонарики, которые я накидал. Какого хрена? Рулоны, это наверное, запас привезли рулонов, и все, и их сожрали здесь. Силовой узел. Так. Точка. Абсолютно все впереди. Все, вроде нам ничего не должны сделать здесь. А это легко, это мое любимое занятие. А если я сейчас поставлю режим сложности? Более сложный. То что произойдет? У меня все мои ресурсы отнимутся половину или просто буду давать меньше? Уж не влазит, капец, как мы хорошо собираем. Чё? Так. Нам туда. Тут не страшно. Так, это патроны, да? Тут у нас ничего. Хорошо, давайте в магазинчик. Фу, как вы думаете, задротится? Если, возможно ли пройти игру за один день? Так, продать вот 25 тысяч. Офигеть. Офигеть. Вот это, я думаю, стоит загнать рюкзачок. Большую не будем, купим вот такую. Все, я думаю, и вот этого надо. О, нет, подожди, там что-то было. Стоп. Вот. Стоп, подожди, а костюм нам не дают? Почему-то мы же давно с этим костюмом ходим. Магазинчик. О! Классический костюм, а что это я его даже не заметил? Купаем, конечно же. У нас теперь будет больше... Ну, броня на ссать там не сильно, а вот больше этого будет. Как называется? Рюкзак, вот. Это стоит, это точно. Только это костюм какой-то старомодный. Ну, такой, видите, да? Значит, у нас давно уже, раз он не мигал у нас, как новый товар, значит, он у нас давно уже, наверное. 60 тысяч, блин, нифига мы всрали. Так, да. Так, итого, сколько у нас теперь ячеек свободных, сейчас глянем. Эй! А что с моим иксом? Он должен быть таким маленьким. Эй, почему он реально такой маленький стал? На том рюкзаке он был больше.